Я назначаю тебя своим личным представителем в Совете джедаев. Совету нужно, чтобы ты сообщал им обо всех действиях канцлера. Они хотят знать, что он затевает. Это измена. Идет война, Энакин. Только с моей помощью ты добьешься могущества, которое не дано ни одному джедаю. Познай же темную сторону силы, и ты сможешь спасти свою жену. Я не хочу потерять тебя. Вы арестованы, канцлер. Я знаю, как спасти тебя. Я был прав. Джедаи захватывают власть. Вспыхнул бунт, сэр. Все, что произошло, дело рук канцлера, в том числе и война. Республика будет реорганизована в Первую Галактическую Империю! Вот так свобода и умирает. Под гром аплодисментов.